Много чудес в мире. Есть на севере озеро Синдерское. Дремучий лес, могучий и темный, окружает его и скрывает от глаз человека. Лес дурного человека не пустит, только честным да смелым дорога открывается. А нашел, говорят, озеро Синдерское охотник Йиркап. А как бы иначе еще найти его посреди темного леса? Это прежние люди, старики еще рассказывали. С Йиркапом что было, все правда. Вот тут-то и увидел он драку на берегу озера. Человек с водяным бьется. Йиркап пришел мужику на помощь. Выстрелил в водяного из лука. А выстрелив, понял, что вовсе не человека он спас. Духа лесного. Версу. Тут уж и Йиркап испугался. Васа и Верса снова биться стали. Отмер Йиркап, бежать бросился. Но не просто уйти от хозяина леса. Нагнал тот охотника. За спасение свое Верса посоветовал Йиркапу найти в лесу аспу, свое дерево, которое счастье приносит. Вспомнил Йиркап о чудесной сосне. Уже 3 года, когда бы не выходил он на охоту, собака ее облаивала. Нашел Йиркап то дерево. Ударил его топором. Ударил, и кровь из сосны выступила. Дерево сказало: «Йиркап, сруби меня и сделай себе 1 лыжину. А не срубишь, так приставь щепку на старое место». Йиркап и срубил. Из деревни кони родом Йиркап-то был. То, что хороший он охотник, люди знали. Зимой, когда время появилось, за работу принялся. В руках у мужика все спорилось. Любо-дорого было смотреть. Приглянулся Йиркап девушке-соседке. Да только он на нее и не глядел. Сделал Йиркап из дерева аспу 1 лыжину. Другую лыжину сделал из простого дерева. Понял Йиркап, что как шапку перед собой бросит, так лыжи и останавливаются. Если бы обе лыжины сделал он из этого дерева, то уже не смог бы остановиться. На другую сторону земли унесло бы. Куда не вздумает, туда и несут его лыжи. Как начал охотиться на новых лыжах Йиркап, так первым охотником стал. Быстрее стрелы летит. Ни зверь, ни птица от него не успевали спастись. Другие только на охоту выйдут, а он уже с полными нартами добычи возвращается. Это диво! Молва пошла по деревне. Шепчутся соседи. Мол, всех зверей и птиц у нас выведет. Нас голодной смертью убьет. Там же, в коне, жила вдова, наподобие колдуньи. Как-то она и сказала Йиркапу: «Поймал ты 30 оленей, а 31-й особенно, если его догонишь, все звери и птицы твоими станут». Как-то раз увидел Йиркап, что подошел дивный олень к самой деревне, не боясь человека, встал и, не евши, пошел голубого оленя догонять. Долго гнал.
До сибирского камня олень-охотник увел. Если его догонишь, все звери и птицы твоими станут. Вдруг видит, превратился олень в красивую девушку в свадебном уборе. Ирка, не убивай меня. Чалым. Вернулся Иркоп в кони, добычу в мешке принес. Увидела та женщина рога золотые, узнала убор свадебный, что для дочери своей вышивала. Хитростью хотела она дочь замуж выдать. В голубого оленя ее превратила, чтобы Иркопа увлечь. Поняла женщина, что дочь ее охотничьей добычей стала, и решила извести охотника со света. Напоила Иркопа водой колдовской. Иркоп после этого отяжелел. Вышел Иркоп из дома. Тяжело у него на сердце. Тоска грудь давит, вздохнуть не дает. Ночью пошел он к Сингерскому озеру. Прежде Ирка по шуге бывало скользнет и переходил через озеро. А тут стал переходить по льду и провалился. Потянуло его на дно зелье. Вытащил нож Ирка и отрезал завязки лыж. Только если бы не отрезал, вытащила бы его чудесная лыжа на берег. А Ирка там и утонул. Стал добычей духа водяного. А волшебная лыжина влетела в пень, оставшийся от аспу. Старики до сих пор помнят еще этот дырявый пень. Место это указывали около Синдерского озера. И теперь еще это место называется Иркопов. Вот каким был человек, нашедший Синдерское озеро.